Идею деревянного городка мне предоставили непосредственно сами участники наших конкурсов. В прошлом году таким образом у нас прошел парк минного городка «Парк будущего», где участвовало больше 500 человек. Плюс в этом году нам тоже поступило около 300-400 предложений о том, что здесь можно сделать для населения. И мы приняли решение как бы здесь организовать деревянный городок. Нам его одобрили. Поздравляем тебя, Вероника! Кимушева!